То, с чем мы имеем дело, потенциально мировая война. Не допустить которую можно только кропотливым усердием. Наш якобы неискушенный враг понял, что мы очень легкая мишень. И наш мир разрушить намного проще, чем вам кажется. Штаб-квартира ЦРУ. Эд Хоффман — глава подразделения, но он не владеет информацией, пока не украдет ее у оперативника, типа меня. Правило дня. Машина останавливается, начинаешь стрелять. Никакого обмена. Все умирают. Как обычно? Ты понял. Мы защитим вас. Вы себя защитить не можете. Есть картинка. Выступаем. Увеличить. Привет, дружище. Повесь трубку. Ты на линии? А? Слушай, ты привлекаешь внимание. Я сам с этим справлюсь. Эд, сейчас 6 утра. Спасаю цивилизацию, милая. От Ридли Скотта, режиссера «Гангстера» и «Черного ястреба». Ты работаешь с парнем по имени Хани Салон. У меня одно правило, друг. Не ври. Все, что тебе нужно, верить мне. А как, черт возьми, я должен вести операцию, если ты ведешь другую? Опс. Что, мать твою, еще ты от меня скрываешь? Как ты знаешь, идет война так. Наши враги переговоров вести не хотят. Смертоносные атаки на Амстердам, Лондон и другие европейские города. Сейчас я должен доверять всем, кому могу. Я не смогу отвечать за твою безопасность. Знаю, что работаешь на агентство. Ты провален. Если я засвечен, ты должен был прислать команду. Ты послал команду? Не суть. Хани хотел убить меня. Какие у тебя шансы сыграть на обе стороны? Я сделал то, что должен был. Слишком ты энергичен! Леонардо Ди Каприо. К чему клонишь? Рассел Кроу. Я пас. Уходишь от меня, понимаешь, что это значит? И что это значит? Там крайне опасный мир, приятель. Совокупность лжи. Точно.